Давайте говорите. Кто у нас? Значит, сегодня 20 февраля 2019 года. Место задержания автомобиля. Госномер Р-957-НУ-72 регион, значит, с которого шлялась незаконная охота на территории охотугодий Долматовского района. Погодите. Где он, жук-то? Сотрудников там. Сотрудников всего, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилия, имя, отчество ваше? Фамилия, имя, отчество ваше? Как? Вы у нас попадались уже, я так понял. Проживаете где вы? Проживаете где? Я в городе Тюмени. В городе Тюмени. Здесь? В связи с чем оказались? В связи с чем оказались? Ну, есть причины, которые... Оружие у вас имеется при себе? Вообще оружие нет. В автомобиле охотпродукция имеется? Я не знаю, какая это имеется. Что вы видите? Где вы ее взяли? Мы ее подобрали на поле. Ага, на поле подобрали, да? Документ у вас при себе имеется? Вообще какие-либо имеются. Права. Какие у вас? Покажите права ваши. Охотником вы являетесь? В данное время нет. Вообще? Вообще, ну, когда-то был охотником. Владельцем оружия являетесь? Ну, пока нет. Вообще владельцем оружия являетесь или нет? Значит, Ачиров Дмитрий Викторович, 18.03.1977, Тюменская область.